Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Олег Антон, его компания. Сегодня мы вам поведаем историю «Экстремальная Венеция», часть вторая, продолжение. Что у нас? У нас сегодня потолочки. Вот мы уже начинаем со старта. Вот такой стартик у нас. И пошел первый слой у нас. Что там? Стартовые шпаклевки. Что там? Гипс, да, был? Эко-гипс, сухая. Или изогипс, да, сухая. Вот. А второй слой старт, ну, финиш. Тоже изогипс, только финишный. Вчера ребята потянули старт, а сегодня уже мне посчастливо попасть на этот кульминационный момент. На финиш. Ну ладно, уже перчатки. Одену для вас. Еще раз повторюсь, да, экстремальная Венеция. То есть я ребятам часто говорю, что те, которые делают, ребята, беспесчанку, они же даже не подозревают, что они уже состоявшиеся венецианщики. Только они об этом не знали. То есть мы вооружились, как мы называем его, Голиаф. И вот нехитрыми такими движениями перекроем финишку. И вот получилась у нас такая вот красота неописуемая. Мармарин, да, в чистом виде. Так что, ребята, не переключайтесь, оставайтесь с нами, далее буду.